Glock 19 – боевой австрийский пистолет. Такая находка ждала приднестровских таможенников при осмотре автомобиля Range Rover Sport. Машина ехала со стороны Украины, за рулем 25-летний гражданин Молдовы. Говорит, огнестрельное оружие предназначалось для самообороны, однако разрешительных документов у него не оказалось. К нам на исследование поступил австрийский пистолет Glock 19 и патроны к нему. Данное оружие является нарезным короткоствольным огнестрельным оружием, предназначенным для стрельбы патронами 9×19. Glock 19 – это уже как бы поздняя модель, она отличается размерами, предназначена для гражданских нужд и также для армии и либо полиции. Чем отличается Glock 17-19? Он удобен для скрытого ношения. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Несоблюдение правил перемещения и таможенного декларирования оружия и боеприпасов может обернуться для молодого человека обвинением в контрабанде.